Привет, я Лилия Светлова. Я Маша Долматова. Мы бьюти-команда Avon. Ты уже знаешь о нашем инновационном продукте почти все, но для твоих клиентов это совершенно новый, незнакомый продукт. Не бойся столкнуться с возражениями. Это довольно частая защитная реакция людей, которым предлагают попробовать что-то новое. Поэтому, чтобы влюбить клиентов в продукт, надо преодолеть первый рубеж. Сегодня мы проработаем основные барьеры, чтобы ты была во всеоружии. О, ну это распространенная история. Но ответить на это возражение очень просто. Достаточно рассказать о преимуществах сыворотки. В отличие от крема, сыворотки решают конкретную задачу. А как известно, все специальное лучше универсального. Высокая концентрация активных веществ. Во-вторых, быстрое проникновение в самые глубокие слои эпидермиса. Плюс в сочетании с вашим кремом вау, невероятный эффект. Далее можно смело рассказывать о всех прелестях сыворотки протинол. Это возражение ты услышишь не один раз. И с ним сложно поспорить. И чтобы клиенту объяснить целесообразность потраченных денег, сделай акцент на инновации и видимом результате. Давай порепетируем. Скажи, понимаю вас, 890 рублей – это не маленькая сумма. В то же время это мировое открытие с международным патентом на разработку сыворотки ушло 10 лет. Согласно нашему тестированию, 86% женщин подтвердили, что их кожа выглядит лучше, чем когда-либо. И результат этот вы получите всего за 7 дней. Убедительно, не правда ли? Ну что же, все люди разные, и здесь важно мягко подвести клиента к перемене мнения. В этом тебе помогут правильно заданные вопросы. Скажи, я вас понимаю. Расскажите, пожалуйста, считаете ли вы, что цена – это гарантия качества косметики? Затем объясни, что такая стоимость обусловлена не качеством, а особенностью канала прямых продаж, ведь Avon не переплачивает за полку в магазине. Соответственно, цена на продукты высокого качества остается доступной. Переключить клиента в сегменте ухода за кожей сложнее всего. Но если ты это сделаешь, он останется с тобой надолго. Скажи, замечательный выбор. У каждой компании есть свои успешные продукты. Позвольте, я расскажу вам о нашей последней громкой инновации. Мне очень важно узнать ваше мнение. Ничего страшного, такое бывает. Не всегда клиент интересуется только новинками. Попробуй позадавать открытые вопросы, чтобы выявить потребность. Если ты чувствуешь, что сыворотка протинол – это то, что действительно нужно клиенту, расскажи о ней со стороны хотелок клиента. Если же нет, попробуй предложить другое средство. Видишь, бороться с возражениями совсем не сложно. Достаточно подходить к клиенту с нужной стороны и быть открытой к разговору. Желаем тебе удачных продаж!